Я прибралась немного на кухне, жду, сейчас тесто подойдет, и пойду хлеб стряпать. Дай поик. А то дети хлеб захотели. Иногда едят хорошо хлеб, а иногда плохо едят. Вот, сегодня постряпаем хлеб. Ильюша приехал на выходные, что-то решил приехать. Говорил, что не сможет приехать, а в оконцовке приехал. Ну ничего, сейчас сидит там, кушает. Пришел, покушать сел. Да, Марина, ой, Кимариша, у тебя ручки грязные. Чудо в перышках. А так погода у нас замечательная, да, Маша? Да, кашлю, но у меня Маринка еще кашляет пока. А я пока так же дальше снимаю ролик, монтирую понемножку что-то, который скоро выпущу на днях. Надеюсь, что я его доделаю и выпущу. Если интересно, то оставайтесь. Все, ой, тесто прилипло, ребят. Все, буду форму вылаживать. Все, сделала формы и положила. Пускай поднимется, как сразу поставим в духовочку. Так, ребятки, испекла хлеб. Показываю. Вот так вот с задней со стороны. Он горячий, просто я не хочу руками трогать. Ну, вот так вот он. Три булочки такого хлеба испекла. А я... какой горячий. И все, и сейчас накрою полотенцем, пусть остывает, стоит. Все, дорогие друзья, испекла хлеб. От первой партии уже осталось 1,5 булки, и еще 2 булки испекла. Сильно в этот раз пораньше достала. Не нравится мне нынешняя мука, которую я взяла. Не та марка, и по качеству не очень. Тесто плохо на ней поднимается. Ну ничего, там у меня 5 пачек, немного, по идее, постряпаем, и все. Давай покажу Машенька. Машенька принесла, смотрите, что она сделала. Вот такой вот пироженку. Сейчас будет бантик делать. И потом остальное все увидите на канале Влог Рукодельницы. Да, Машенька? Там все расскажем, покажем. Ладно, пошла я грядки поливать. Можешь себе грядки показать, что-то показать, курочек сходить разных сторон можно поснимать. Все как-то. Парники сходить показать. Вот.
Иди, знаешь, что сделай? Выходим сюда бегом, а то у меня сейчас вода из шланга потекла. Смотри, вот это вот мы не трогаем. Вот здесь вот. Достань несколько штучек из воды. Ну, вот так вот достань. И вот так вот пошла садить наш. Раз, одну. Два, одну. И вот на таком расстоянии где-то вот так вот сади. Поняла? И вот так вот, вот до туда, вот до тех вот. Смотри, вот это вот так вот обойдешь. Вот это вот не трогаешь, а остальное все вот так вот. Вот так вот рядочками пошла садить. И вот до сюда вот. Поняла? Давай, сади. Ты хотела помогать? Я пока поливать буду. А потом я там полью ту грядку. И чаще сади, прям густо сади, ничего не будет. Потом еще здесь посадишь, я тебе покажу, где еще. Рядочки прям делай. Или прям наутыкивай там пальчиком. А? И закапывай. Обязательно закапывать, Маш, в глубину прям сажай поглубже. Чем глубже, не сильно глубже, но чтобы глубже было. Прям как папа моется. Эти бобы потом вкусные, они как горох. И потом еще нам надо будет с тобой там горох замоченный зеленый посадить. А самое последнее это огурцы? Посмотри, как она нашла! А где самое? А их нету, они все замерзли из-за мороза. Их не будет. Уйдите отсюда. Аккуратно. Придется летом покупать их булки. Thank you.
Смотри, как оно снимает. Оно сейчас тебя снимает. Да? Нет, нет. Нет? Ну вот иди сюда, смотри, Маша. Вот видишь, нету капусты. И вот там нету. И вот от, вот от этой капусты и вот так вот ряд пошла делать. Спокойно делаешь бобы. Где ничего не взошло, я буду, где что замерзло, буду везде бобы купить. Вот где тут, вот. Там вот прям рядочки вот так вот пошла, я делаю пальчики, просто Маша дырочку пальчиком делаю и туда скачай семечки. Там посадила? Да. Всю грядку? Вот тут еще где можно, да? Да, вот там спокойно можно. Можешь вот смотри, между капустами вот раз посадить, вот прям по краю вот так вот, поняла? Угу. Стой, стой. Ну, вот тут-то мама. Да, между капустами прямо сади. Где посадим, там сади. И потом сбегаешь, там зеленый горох должен быть у нас. Ты принесешь его, хорошо? Угу. И там вот последняя грядка у нас, которая не политая. Самая последняя. В нее посадим горох. Делаю и буду потом можешь вылить куда-нибудь там на грядку тоже. Выключи пока телефон. Банку вон на забор повесь.